Мне кажется, согласятся многие со мной, что идущий по перегону поезд, он красив, как минимум. Машинист – профессия романтиков, уверен Александр Щеголихин. Более 30 лет мужчина водит поезда от Сарова до Берещины и обратно. Работа сложная, требует крепкого здоровья, нервов, выносливости и быстроты реакции. График у машинистов ненормированный. Выходить на службу нужно как днем, так и ночью. Но, несмотря на все сложности, Александр Васильевич о выборе трудового пути не пожалел ни разу. Постоянно в движении находишься. Никогда не бывает ничего одинакового. Никакой за все время работы не было ни одной и той же смены. Несмотря на то, что, казалось бы, одни и те же поезда ходят, там и расписание одно и то же. Александр Щеголихин рассказал, что ему повезло работать в коллективе профессионалов, людей, которые любят свою работу и преданы ей. Вместе с машинистами в депо железнодорожного цеха работает много специалистов, которые обеспечивают перевозку грузов и пассажиров. В нашем распоряжении, как бы локомотивного депо, находится 6 локомотивов. Вот. И специальный самоходный подвижной состав для обеспечения данного производственного процесса. Имеется мотовоз, который обеспечивает путевые работы с крановой установкой. Имеется автоматриса, которая перевозит механиков, монтеров пути. Контролирует состояние техники и приборов безопасности и производит своевременный ремонт слесаря депо. Сборкой и разборкой, ремонтом и текущим содержанием железнодорожного полотна занимаются специалисты путевого хозяйства. Мастера в том числе проверяют геометрические показатели путей с помощью специальных устройств. Измерение параметров позволяет обеспечить безопасность движения поездов. Каждый день специалисты проверяют свои участки и составляют план, по которому устраняют выявленные недостатки. В основном дефекты возникают по естественным причинам. Земля дышит, поэтому и, значит, происходит зима, лето, весна, осень. Ну, намеренной порчи я такого еще не встречал, по крайней мере, на нашем подъездном пути. Большую работу, невидимую глазу пассажиров, проводят сотрудники службы движения, которые обеспечивают организацию движения поездов и маневровой работы. Во многом от мастерства диспетчеров и дежурных по железнодорожной станции зависят результаты работы всего цеха. Высокая квалификация и ответственность ставителей поездов, операторов поста централизации, дежурных стрелочных постов обеспечивает безопасность движения и, соответственно, безопасность пассажиров, а также сохранность перевозимых грузов. Железнодорожное хозяйство Российского федерального ядерного центра – это несколько станций, более 37 километров путей, парк вагонов, локомотивное депо. Их обслуживают 175 человек. Эффективное взаимодействие всех специалистов цеха – залог безопасности движения поездов. Руководитель саровских железнодорожников Владимир Лыбакин считает, что всем его сотрудникам присущи трудолюбие, профессионализм и ответственность за порученное дело. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго и праздничного настроения. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.